Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я буду делать освещение на тему, что резко изменится между вами. Что он задумал, посмотрим, что же будет дальше. Вначале, по вашим многочисленным просьбам, я буду проводить свою авторскую практику на исполнение желаемого. Здесь у меня есть совокупность разных свечей, которые я сама скрутила, то есть эта скруточка уже заряжена, на исполнение желаемого. Здесь и любовная тематика, и духовная, и развитие, и финансовая. Здесь все аспекты, которые каким-либо образом в данный момент у вас в жизни, знаете, вы хотели бы наладить. Поэтому сосредоточьтесь, отправьте во Вселенную запрос. И все преграды, ограничения будут таять, как будет таять этот воск. Исполнение желаемого. Практика на исполнение вашего желания. Очень важно досмотреть до конца, чтобы весь воск прогорел. И естественно, что весь негатив уйдет с вашей жизни, и желание желаемое в вашей жизни исполнится в самые кратчайшие сроки. Ну что же, обратитесь ко Вселенной, озвучьте, чего вы хотели бы. Силой огня я очищаю ваше пространство от негатива, от зла, от лести, от зависти, от магии, от каких-либо препятствий, которые есть на пути к исполнению желаемого. Как тает этот воск, так и тает все негативное. Ваша аура очистится, и желание исполнится в самые кратчайшие сроки. Во благо. Так, свечечка наша уже работает. Вас же попрошу настроиться, подумать о мужчине. Назовите его имя, представьте его рядышком перед собой. Пока вы настраиваетесь, я с удовольствием приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь добавлю выше. Там я ежедневно делаю эксклюзивное освещение только для моих подписчиков. Послание от мужчины. Направляю вас, как вы можете создавать свою реальность благодаря силе своего намерения. Не жить в ожидании чуда, а получать от жизни все. Вся информация подается в легкой, свободной форме. Доступно каждому. Все бесплатно. Также очень много важной и нужной информации для саморазвития. Подписчицы мои очень искренние, открытые, светлые. Вы можете также ознакомиться с отзывами после моих авторских практик там же. У нас там своя дружная семья, свой мир, где каждый поддержит добрым словом. Очень открытые, нежные энергии там. Подписывайтесь, буду рада вас там видеть. В первом закрепленном комментарии есть ссылочка на все мои каналы. Подписывайтесь, чтобы не теряться. Я ежедневно делаю освещение для того, чтобы вы получали ответы на все свои вопросы. Отдельная благодарность за вашу финансовую поддержку. Конечно же, все вижу. Мне так приятно получать от вас подарочки в виде, знаете, сообщений. Для того, чтобы вы себе что-то взяли, что-то прикупили. Благодарю вас, девчоночки. На самом деле, я всю благотворительность передаю на помощь и поддержку Вселенной, людям, животным помогают. Также на эти деньги покупаются карты, свечи, дизайн, нашу с вами студию. Ну что же, имя мужчины, карты уже я зарядила, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Посмотрим, в каких энергиях сегодня мужчина, что нам скажет Вселенная о нем. И будем уже раскрывать все вопросики. Какой ты сегодня? Что у тебя сегодня происходит? Что важного знать о тебе?
Ну, конечно же, на дне колоды у нас идет карта алхимии. Здесь, смотрите, мужчина сейчас, возможно, у вас лечится. Да, возможно, он у вас лечит людей. Лечит души, лечит тела. Потому как здесь карта алхимии. Это не обязательно, да, конкретно, что у всех будет мужчина-доктор. Нет, понятно, что это освещение общее. Каждый слышит свое. За личными освещениями обращайтесь ко мне в личку, в Инстаграме, в Фейсбук. Ссылочка в первом закрепленном комментарии. Но, знаете, как могу так еще сказать, что либо же мужчина лечит, либо же мужчина сейчас как-то занимается своим здоровьем, потому что пришло время, когда, вот знаете, как накопилось, вот идет поток информации, что определенные проблемы, которые были в его жизни, да, тут у многих даже прямо с сердцем связаны проблемы. Ну, а возможно, здесь, знаете, девчоночки, же не обязательно физика. Здесь духовное излечение также возможно. Возможно, мужчина обращается к кому-то, как психолог, психотерапевт. Даже, возможно, мужчина просматривает освещение. Также этим вы лечите себя и свою душу, получая ответы, подтверждения определенные в своей жизни. Вот здесь очень возможно, что и у мужчины подобное также происходит. Так, что еще важного нужно знать о нем? Да, давайте еще немножко посмотрим и уже будем дальше раскрывать. Что еще важного сегодня? Какой ты сегодня? Давайте посмотрим. Какой ты сегодня? Ну, красавчик. Слушайте, ну вот идет с потока информация, что мужчина, возможно, если он лечится, либо же лечит здесь прям травами, знаете, как вот медицина какая-то натуральная. Здесь вообще у вас такой мужчина, который не будет принимать вот химию или что-то такое. Он следит за тем, что он ест, что он пьет. Вот напишите мне, девчоночки, кто знает, что мужчина придерживается определенных правил. Я не могу говорить, что он тут на диете сидит конкретно у всех, но есть у него определенный, знаете, такой пунктик по поводу его еды. Мужчина воинственный. Возможно, у кого-то действительно пребывает в определенных точках военных. Возможно, здесь вообще мужчина, знаете, такой, который, он говорит, сегодня я защищаю, либо же свое пространство, но защита своего здоровья также тут очень хорошо проигрывается. У мужчины очень красивые глаза, такие миндалевидные, которые смотрят прямо в душу, девчоночки. Сегодня он как-то приготовился, сегодня он как-то в каком-то боевом настрое. Вот так вот. Ну что же, давайте посмотрим. Не в вашу сторону ли у него здесь боевой настрой в решении определенных вопросов? Сейчас все узнаю. Напишите мне пока в комментариях, мне будет интересно, насколько срезонировала сигнификация мужчины. Понятно, что не все здесь общаются. Очень многие узнают о мужчине только через мои освещения. Но у вас же есть внутренние ощущения, да? Вы же у меня все богини галактические. Вы же знаете, ощущаете все без слов. Вот что конкретно подтвердилось, мне будет интересно прочесть. Я ежедневно, естественно, всегда прочитываю все, что вы мне пишете. Все вижу. Благодарю вас за вашу активность. Ну что же, что ты там решил, задумал? Свечи просто у меня тут взрывают пространство. Что задумал по поводу моей богини? Сегодня все о вас, все для вас, все с потока, как обычно. Что ты задумал? Начало хорошее. Мужчина здесь говорит о том, что тот момент, когда я закрывался, не говорил, не озвучивал тебе о своих чувствах, я тебе скажу. Здесь идет признание в любви. Кому мужчина уже признавался, здесь мужчина придет. И знаете как, вот прям идут с потока слова. Я же работаю не только как таролог, так же, как и космоэнергет, ясновидящая, яснослышащая и парапсихолог. Поэтому я вас чувствую изнутри. Здесь мужчина придет, прям скажет: ты же помнишь, я же тебе говорил, что я тебя люблю. Так и есть. Понимаете, как он почему-то переступит вот через самого себя для того, чтобы вам признаться. Так, а почему ты через себя будешь переступать, чтобы признаться в любви? Что за интересные у тебя мотивы? Так. Во-первых, он говорит, что я четко намерен это сделать. Во-первых, он говорит, что это будет новый этап в ваших отношениях.
Ой, девочки, здесь знаете, как идет информация, что мужчина очень много думает о вас, очень много мечтает, и сейчас он говорит, я это воплощу в реальность. Так это ты сейчас что, говоришь о том, что ты признаешься в любви, это твоя мечта? Или что-то другое? Давайте смотреть. Двойка кубков, девчонки, полная колода. Здесь ждите, что мужчина придет к вам, появится в вашу жизнь с признанием в любви. Здесь только так и никак иначе. Это то, что он задумал. Так, хорошо, понятно. Что же еще? Что еще расскажешь по поводу твоих планов? Что изменится между вами? Ну, ничего себе, что изменится. Здесь мужчина придет прямо, знаете, вы как золотая рыбка для него. Признается вам в любви. Что еще вы ждете? Смотрите как. Есть определенные ограничения. Вот сейчас, на данный момент, да, мы просматриваем. В будущем здесь мужчина будет все ограничения убирать. У каждого они свои. У кого-то здесь расстояние, у кого-то семьи, да, у кого-то работа. У кого-то вообще внутренняя неуверенность человека также есть определенным ограничением. Вот здесь он говорит, что я ограничение, подожди, так это ограничение с чьей стороны? Как ты видишь? Давайте смотреть. Мы смотрим все с его точки зрения. Ограничение с чьей стороны? С его стороны, девчоночки. Вот здесь он будет прям бороться конкретно, убирая все ограничения. А для чего? Так интересно, свечка горит, прям посмотрите, дым идет как с под низу. Очень интересно. Ну, практика рабочая 100%. Вижу, что даже по тому, как горят свечи, это просто что-то нереальное. Девчоночки, возможно, вы загадали такие какие-то космические желания. Знаете, что все исполнится? Вот все исполнится. Даже то, что вам казалось нереально. Потому что здесь свеча горит как-то снизу вверх. Необыкновенно. Только такое у меня можно увидеть. Так, что я уже спрашивала, я уже не помню. Давайте посмотрим, что он ответит. Что ему важно сказать? Есть очень сильное ограничение, которое его сдерживает как-то к вам. Но мужчина говорит, я беру удачу. Я беру. Здесь какая-то ситуация двоякая, понимаете как? Здесь он говорит, я беру этот шанс. То есть здесь у него есть выбор. Либо же остаться в этой десятке жезлов, да, в этих ограничениях, и как бы, ну все, все сойдет на нет. Либо же действовать. Здесь мужчина выбирает действие, но он вам говорит, да, что очень шатко как-то. А в чем именно шаткость ситуации у тебя? Почему? Почему? О! Да ему тут страшно открыть себя, открыть свои чувства. Здесь вот именно в этом. А почему? Ты считаешь, что богиня тебя уже не ждет? Давайте посмотрим, чего он вот боится-то. Боится, что вы его, знаете, очень колко примете. Знаете, как кактусик такой. Дотронуться хочешь, дотронуться, там больно. Почему ты думаешь, что будет больно? Это же ему будет больно, не вам, понимаете, как? Он боится обжечься. Почему-то идет такая информация с потока. А почему боишься обжечься? Да потому что... Ага. Потому что тут на протяжении длительного времени ничего он не делал в ваших отношениях. Он висел буквально вверх ногами, понимаете? Он говорит, я думаю, возможно, ты уже ушла, понимаете, в другое будущее. Возможно, ты уже рассматриваешь свое будущее без меня. Ну что же, давайте спросим так. А если действительно моя богиня, которая смотрит это освещение, уже рассматривает свое будущее без тебя? Давайте его немножко так подергаем, подразним, посмотрим. Пусть его как-то немножко перекрутит, быстрее к действиям направит. А вот если она действительно уже смотрит на будущее без тебя, что будешь делать? О, знаете, такое чувство, как павлин вот свой хвост распушит. Буду делать все, девочки. Все, все, чтобы ее вернуть. Да, здесь он не отступится. Нет. Ни в коем случае здесь даже и намека нет на то, что мужчина там сдастся, уйдет там в кусты плакать, сопли слюни вытирать. Нет. Он говорит, ты что? Я, говорит, чувствую.
Он, знаете как, он чувствует, что вы его ждете. Вот он это знает. И вот не спрашивайте меня, как интуитивно ощущает, чувствует вас душой девочки. Он точно знает, она меня ждет. Ну хорошо, а что ты еще задумал? Показывай дальше, говори. Сегодня прям мужчина молодец. Хочется прям обнять, поцеловать его в две щечки. Прям сразу и одновременно. Понимаете как? Он говорит, что я определенную какую-то внутреннюю борьбу свою преодолею. Если у него здесь есть какие-то комплексы, переживания. Вот именно внутри, знаете, когда человек сам себе, он даже может себе надумать, придумать определенные проблемы. Понимаете как? Вот здесь он говорит, я выйду с этой ситуации победителем. Ну хорошо, дальше. Что будет конкретно между тобой и моей богиней? Вот что ты задумал делать дальше? Он говорит, знаете как, разочарований не будет, закрытий не будет друг от друга, не будет неизвестности. Так, отлично, что еще задумал, что ждет? Любить, говорит, ее буду, вот всей душой и телом, девочки, туз кубков. Что он задумал? Он говорит, что я не буду больше находиться в каких-то иллюзиях и вас в эти иллюзии вводить. Здесь он не будет, понимаете, когда бессонные ночи, переживания, да, вот по девятке мечей. Он говорит, этого не будет. Ты будешь любима, ты будешь, знаете, как он говорит, порхать как бабочка. Потому что ты четко будешь знать. Для тебя это будет ясно. Для тебя это будет понятно. Ну а почему ясно и понятно? Да, первая карта, собственно, которая выходила, дала нам понять, что здесь мужчина придет, озвучит свои чувства. А покажи планы на будущее. Строить с вами новую реальность. Реинкарнация идет, понимаете, обновление ваших отношений. Вот будет все абсолютно по-другому. Будет все стабильно. Он говорит, что ты сможешь дотронуться до меня, как и я для тебя, что мы не будем жить одним менталом, да, мы физически с тобой будем вдвоем, тут и жезлы его стоят, и огонь любви горит. Слушайте, а вы вдвоем прям будете смотреть на ночное небо. Возможно, здесь вы вообще очень такая уникальная пара, ну, естественно, только такие со мной. Чувствуете, ощущаете через энергию, через пространство космос, девочки. Вот напишите мне, вы же знаете, о чем я говорю. Это очень глубинная информация. Здесь слова не нужны, здесь внутренние ощущения. Он говорит, мы же с ней одинаковые, мы же считываем эту информацию через галактику, через космос друг о друге. Но здесь он говорит, что это еще больше, кстати, разгорится вот после того, как вы будете, да, вместе. Он здесь показывает, да, ну вот, еще очередное подтверждение. Еще больше вы будете чувствовать, ощущать друг друга. То есть это будет для вас, как, знаете, даже не дабл, а, не знаю, 100 тысяч раз больше, новые ощущения, другие и сильнее. Вы будете чувствовать друг друга настолько, что, ну, не надо будет даже вам, знаете, как разговаривать. Вы настолько будете знать, ощущать все, что вам не нужны были никакие подтверждения. Понимаете? Он говорит, я буду бороться за наши отношения. Почему ты будешь бороться? Он говорит, мы выйдем с тобой победителями в нашей ситуации. Это будет большая новость для тебя, он говорит. Но он говорит, что интуитивно ты уже это все чувствуешь, ощущаешь, понимаете? Для очень многих здесь эта информация, вот вы знаете изнутри, несмотря ни на что, вот что так и будет, девчоночки. Что еще хочешь сказать? А он говорит, знаете что, ну по дьяволу связаны, вы привязаны, вот куда бы вы ни шли, возможно кто-то, да, в период молчанки, почему я спрашивала, да, если богиня, да, будет идти дальше, возможно кто-то пытался строить какие-то отношения, либо же переключиться, либо же научиться жить без него, каждый слушает свое, понятно, что освещение общее, но вы как-то пытались перестроиться, как и он пытался перестроиться, а вас все равно, знаете, сводит на одну дорожку. У вас одна дорога с ним, и эта дорога быть вместе, понимаете, быть парой. Вот как бы вы ни отворачивались, как бы вы ни учились там жить друг без друга. Возможно, кто-то даже был в отношениях помимо, после этого партнера, да, либо же он, либо же вы. Да нет, ничего подобного, либо же заменить, да, невозможно, невозможно, потому что изначально вы созданы друг
для друга. У вас одна дорога с ним. Как бы вы ни отворачивались каким-либо способом, образом, пробуя, да. Ну, есть такие, которые пробовали. Я же считываю с пространства. Пробовали переключиться, либо же жить без него, как-то по-другому посмотреть на ситуацию. Да ничего не получается, все равно вас сводят вместе. Вот кнопочки «выключите ментальную связь» нет и не будет. Это абсолютно иной высший уровень связи, да, общения, понимания и осознания друг друга. Да, вот мне карты буквально подтверждают. Говорит, всю правду говорит тебе Верховная Жрица, слушай ее, она тебе расскажет, почему-то кто-то в двояком состоянии сейчас находится. И сейчас именно слушайте и слышите подтверждение того, что у вас уже есть на интуитивном таком фоне. Что ты хочешь передать моей богине здесь и сейчас? Что ей важно знать? Что? Ты моя любимая. Понимаете, как? Он выходил в энергиях мужчины водного, а вы мужчин, женщина, да, тоже водная. То есть он говорит, я вижу нас парой, мы одинаковые, мы чувствуем, мы ощущаем друг друга. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Вот еще прям знак зодиака указывает. Либо же ваш, либо же его. По солнцу, по луне, по асценденту. И на такие вещи также я обращаю внимание, потому как информация это для вас. Поэтому слушайте, слышите меня душой. Что ты еще хочешь передать? Любимая, говорит. Слушайте, девочки, знаете, кому говорит? Вот нам шанс уже был дан. Вселенной. И ты мой шанс, вот который мне дала Вселенная. Просто подарок с небес. Девчоночки, знаете как? Вот прям если дословно, любимая, ты мой подарок, которая мне дала Вселенная. Опять этот знак зодиака, девчоночки, дублирует. Не просто так. Возможно, кто-то не увидел, возможно, кто-то не досмотрел, возможно, кому-то нужно было подтверждение опять. Поэтому, собственно, идет информация. По два раза дублируется. Возможно, кто-то отвлекался. Кстати, девчоночки, не скрещиваем ни ноги, ни руки для того, чтобы вы как можно больше получали информации о вашей паре. Не перекрывали, да, энергопотоки, которые я напрямую считываю через космос. Что еще хочешь передать? Он говорит, я беру все в свои руки. Я доведу дело до конца. Возможно, кто-то здесь не верит. Ой, у кого-то здесь мужчина. Он десятка кубков. Ой, красавчик. Слушайте, у кого-то здесь мужчина очень умный, образованный. Здесь мужчина вообще такой интеллектуал. Либо же у него есть несколько высших образований. Даже здесь не про образование дело. Он может там работать абсолютно на другой профессии. Ну, мало ли у кого какие ситуации в жизни. Но он очень одаренный, очень эрудированный. Здесь у кого, кстати, есть такая возможность, да, по возрасту родить ребеночка, здесь мужчина видит вас с ребенком. У кого нет такой возможности, кто там по годам, либо же по какому-то по здоровью не может иметь детей, здесь он вообще говорит об общем деле. Он говорит, мы будем любить это дело, либо же домашнее животное, либо же бизнес тут будет создаваться. У кого-то не договорила, да, мужчина связан как-то с драконом, либо же в год дракона, либо же татуировки, где-то у него там есть огнище, у вас такой вулкан, девчоночки. Кстати, говорю о том, что когда кто был вместе, либо же познакомился в этот день, когда познакомились, было извержение вулкана, либо же над водой, либо же под водой. Либо же в этот момент, еще также идет информация, во Вселенной было соприкосновение двух тел и взрыв прямо в этот момент. У кого была горячая встреча, вот именно вот в тот день был однозначно взрыв определенных тел, после которых, знаете, в звездную пыль все рассыпалось. Четко могу сказать, вы внутри это чувствуете и знаете, что что-то произошло. Многие не понимают, что конкретно, но чувствуют, что вот что-то, знаете, вот как взорвалось, рассыпалось. Именно от сильного соприкосновения вы энергетически просто два гиганта. И в соприкосновении ваших энергий именно поэтому, да, и происходит выплеск в реальном времени через небесные тела, либо же на Земле, здесь в виде извержения вулкана. Давайте посмотрим,
Что Вселенная вообще хочет сказать вам в данный момент? Вы можете обратиться к ней со своим вопросом, либо же посмотрим вообще, какая основная информация важная для вас в этот момент по поводу, естественно, вашего мужчины. Возможно, у кого-то здесь есть, знаете, как сомнение по поводу того, да, вряд ли он будет действовать, да, он вообще не такой, который будет что-то делать. Девочки, знаете как? Он будет делать, потому как здесь мужчина прошел период трансформации. Он сейчас вообще другой. Вот вы сейчас его даже не узнаете, когда он появится в вашей жизни. Здесь у него мировоззрение поменялось, во-первых. Здесь он уже, знаете как, на опыте каких-то своих прошлых ошибок сделал определенные выводы и больше не будет их повторять. Либо же здесь речь идет о прошлом ваших отношений, либо вообще здесь намного все глубже, потому как трансформация подразумевает полностью... Ой! Изменение. Слушайте, у меня просто взорвался мой... Девчоночки, надо немножко затушить, потому что сейчас уже лопнуло стекло. Это очень серьезно. Мне нельзя, чтобы воск сейчас полился. Сейчас свечку зажжем. Ну, отлетел кусок стекла, просто это уже небезопасно для жизни, как минимум. Так, ну что ж, будем собирать, девчоночки, на новый подсвечник. С донатов будет куплен новый подсвечник, потому что этот уже треснул, девчоночки мои. Ну, тем не менее, кому-то это прям было подтверждение, что практика сработала и все будет хорошо, потому как если уже взрывается в прямом эфире что-то, здесь значит уже такой накал энергии, что вау-вау-вау, просто необыкновенно. Поэтому, девчоночки, мужчина появится, проявится, здесь Вселенная говорит, что он придет другим, иным, обновленным. И здесь, знаете как, он переродился. И именно будет изменение его в наилучшую сторону. Изменения, перерождения мужчины. Ну что же, благодарю Таро. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за финансовую поддержку. Также желаю вам, чтобы ваш мужчина как можно скорее проявился в вашей жизни. Вот осколочки просто буду убирать сейчас стекла. Желаю вам шикарного времени суток. Буду рада с вами встретиться на моих остальных освещениях. Всех обнимаю, дышу. Ваша Альма.